С марта по ноябрь в Московской области длится сезон лесных пожаров. В этот период в лесах запрещено разводить костры и проводить пал травы. О правилах поведения на природе и о том, как избежать возгорания и не стать заложниками опасной стихии, рассказал государственный инспектор Люберецкого района по пожарному надзору Сергей Зубков. Пожар в лесу, стихийное, неконтролируемое распространение огня по лесным площадям. В наши дни основной причиной возникновения лесных пожаров по-прежнему остается деятельность человека. Солнечные дни, которых не так много, как мы привыкли, огромное количество людей выбирается на открытый воздух, на открытые места, в леса, в парке, к водоемам для того, чтобы провести время. Госинспекторы предупреждают, что необходимо соблюдать правила безопасности. При обнаружении лесного пожара нужно срочно сообщить о нем, максимально точно назвать координаты возгорания. Поэтому лучше всего перед звонком проверить их по карте или геолокации в мобильном телефоне. Ну и несмотря на то, что у нас лето в настоящее время не такое полноценное, как многим хотелось бы, погода периодически пасмурно. Гражданам ни в коем случае не стоит терять бдительности. Запрещено разведение костров, сжигание мусора в неотведенных для этого местах и в весенне-летний пожароопасный период. Диспетчеру нужно рассказать о ситуации в лесу. Что горит, трава или деревья? Дымится ли почва? Далеко ли деревни и села? Угрожает ли пожар жизни людей? Позвоните, сообщите о возгорании. Можно по телефону единой дежурно-диспетчерской службы Московской области 112. Екатерина Скрижалина, телеканал ЛРТ.